Ранее, 13 мая сего года, Международный фонд ОБСНЫ посетил и поддержал инициативу по проведению конкурса на знание государственного языка в Галском районе, в котором приняли участие учащиеся 6 школ района. Президент фонда Сенер Гогуа тогда сказал: «Увидев столько талантливых детей, мы еще раз убедились в необходимости оказывать поддержку школьникам и стимулировать изучение абхазского языка. Поэтому мы берем на себя обязательство оборудовать классы абхазского языка в 6 галских школах и 1 колледже». Продолжение темы. 20 июня президент Сенер Гогуа и руководитель комитета по культуре и просвещению фонда ОБСНЫ Нукзар Логуа вновь посетили наш район для того, чтобы вручить ноутбуки представителям школ Галского района и колледжа. Всего 7 компьютеров для 2 городских школ – школам сел Папынырхуа, Хьяцха и колледжу. Встреча состоялась в фойе Дома культуры города Гал. Перед собравшимися выступили президент фонда Сенер Гогуа, замглавы администрации Вахтанг Ман и зав. Отдела образования района Беслан Кантарья. Отдел образования и руководство района поблагодарило Международный фонд ОБСНЫ за оказанное внимание педагогическим коллективам нашего района. Затем был дан импровизированный концерт. Сегодня мы приехали сюда, как мы обещали, чтобы помочь нашим учителям, которые здесь преподают абхазский язык. И это государственный язык наш, абхазский язык в Республике Абхазия. Поэтому очень радует то, что вот наши педагоги здесь работают, не покладая рук, и у них есть уже определенные успехи. Мы видим, как уже дети начинают говорить на абхазском, читают стихи художественные. Ну и прекрасные у вас ансамбли здесь при Доме культуры. И это тоже радует. Они танцуют танцы народов Кавказа, и в том числе абхазские народные танцы. Так что с нашей стороны всегда будет помощь и поддержка всем тем, кто работает. И поэтому наша миссия, она миссия доброй воли, поэтому мы рады всегда помочь нашим детишкам.